Лучшим каратистом Кубок ОРЕН-ТВ. На выходные в Оренбурге состоялись соревнования, которые из областного уровня переросли в статус международного. Кубок ОРЕН-ТВ проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году в Оренбурге собрались спортсмены не только из городов России, но и ближнего зарубежья. О том, как проходил турнир и кому достался главный приз, расскажет Лидия Демина. В этом году, чтобы принять участие в соревнованиях, в Оренбург съехались более 300 спортсменов. Возраст каратистов от 8 лет. Все участники волнуются и готовятся к выходу. Турнир обещает быть зрелищным. Владением японским боевым искусством спортсмены показывали в двух категориях – ката и кумите. Первые бои, и сразу кто-то из каратистов оказывается в проигрыше. Бой мне особо тяжелым не показался. Вот, ну, в итоге я занял второе место. Вот. Ну, мне, конечно, обидно, но бывает со всеми что. Японским боевым искусством прекрасно владеют не только мальчики, но и девочки. К примеру, Арина Кашина – оренбурженка. Карате занимается уже 5 лет. В этом турнире юная спортсменка завоевала очередную медаль. Мне 11 лет, я занимаюсь с первого класса. Думала, что я выиграю, я очень рада. Пока юные спортсмены разминаются, ожидая своего выхода на татами, на трибунах переживают их главные зрители и болельщики. Мы приехали, вернее, в Оренбург на соревнования из города Орска, команда наша, вот, и болею за ребенка, переживаю. Соревнования шли 2 дня. Количество участников не позволило сократить время проведения турнира. Кубок РЕН-ТВ у нас, в принципе, уже как проходит второй раз, мы его забили как ежегодный. Проведение этого ежегодного, как международный турнир. Вот на следующий год мы собираемся здесь провести не только Кубок РЕН-ТВ международный, но и чемпионат и первенство России. Очень высокий уровень соревнований и внимание со стороны власти, со стороны бизнеса к турниру тоже достаточно большое. Я думаю, что в этом прямая заслуга организаторов и прямая заслуга ребят, которые занимаются этим видом спорта. Чтобы соревнования прошли без нарушений, за ходом турнира следили более 30 судей, в том числе и сенсей из Японии Канаяма Кошо. Что касаемо судейства, оценку 5, конечно же, ставить я не буду. 4 – это хорошая оценка. Я бы отметил очень хорошую дисциплину судей. Кубок ОРЕН-ТВ и первое место в общекомандном зачете достается клубу «Бусидо» из города Бузулука. На почетном втором – представительство Национальной ассоциации карате из Новотроицка. Оренбург занял 3-е место. Лидия Демина, Олег Штиллер, Петр Рукин, ОРЕН-ТВ.